Здравствуйте, меня зовут Лора, мой канал Лорочка Шьет. На сегодняшнем уроке я хочу показать и рассказать, как можно из кусочка ткани, из остатков ткани сделать шедевр. И я это рассказываю для новичков, чтобы могли понимать, что из остатка ткани можно сделать великолепный шедевр и радоваться своей работе. Это очень важно видеть, как из кусочка ткани можно сделать великолепный шедевр. Вы можете видеть и сделать себе из остатка ткани великолепный шедевр, потому что вот этот такой уголочек 55 сантиметров или 56, и с этого куска остатков, неважно, вы все равно покупаете эту ткань и будете ее резать, но когда у вас есть остатки ткани, вы, если не хотите выбрасывать, вы можете это просто эти кусочки ткани превратить в шедевр. И это очень важно. И когда вы будете это видеть, что можно с этого куска сделать, и вы не выбросите эту драгоценную ткань, я каждый кусочек ценю, потому что из каждого кусочка можно смоделировать невеликолепные, неповторимые шедевры. Это очень важно. И я с вами делюсь этими идеями, так как не все видят, как с куска можно сделать шедевр. Это очень-очень важно. И я вам показываю, что вот с такой вот полосочки метровой, 1,5 метра ширина этой полоски льна в жатку 30 сантиметров. И этот кусок, который на ширину ткани, и острячок вот этот косая, уголочек такой косой, косыночка осталась, 56 сантиметров. И вы можете смоделировать прекраснейший дизайн, шедевр. Вы же, допустим, покупаете ткань и также будете резать, но у вас есть вот такие вот кусочки, с которых можно смоделировать невероятные модели. И я с этих кусочков решила сделать вот такой великолепный топ. По косой, где косая нить, я буду долевую вот эту вот часть соединять с этой зеленой тканью, косыночкой, соединять с белой полоской, которая в готовом виде будет ширина этой полоски. В готовом виде я уже вам расскажу, как оно примерно будет. В готовом виде будет где-то 13 сантиметров, потому что когда я буду выравнивать, все это стачивать, оно заберется, и в готовом виде будет здесь 12, а может 13,5, вот такая вот ширина этой полоски. И там, где этот уголок, эта полочка, это будет там, где горловина, где вырез, здесь вот будет красивая такая выложенная роза. Это очень важно для вашего видение, чтобы вы могли понимать, как из этого кусочка можно сделать шедевр. И я с вами делюсь этой швейной идеей. Это подсказки вам, что каждый кусочек дорог, каждый кусочек ткани дорог, и можно сфантазировать, море фантазий пустить на этот прекраснейший топ. И я с вами сердечно поделилась. Я благодарна вам за просмотры, за подписки, за лайки, за комментарии. И желаю вам из остатков ткани творить прекраснейшие шедевры, неповторимые топы, юбки, блузы. Все это можно также делать из остатков, комбинировать с другими тканями, с другими оттенками, комбинировать с кружевом, комбинировать с шифоном. Все это очень-очень много фантазий, и вы это можете сделать своими ручками. Желаю вам творческого вдохновения, хорошего настроения, мира во всем мире. Всем пока-пока!